За рулем 14-й находилась девушка. Рядом сидел инструктор по вождению. По его словам, их учебный автомобиль резко подрезала иномарка. Мужчина успел нажать на дополнительную педаль тормоза, а молодая автоледи попыталась вывернуть руль. Однако столкновение избежать не удалось. Следом за ними двигалась Калина. Здесь сидела женщина за рулем, ученик. Перед ней машина хотела туда поехать. Места не было, она сюда резко выехала. Инструктор резко по тормозам, я в нее. По словам инструктора, авария произошла из-за несоблюдения дистанции. У ВАЗа 14-й модели сильно повреждена задняя часть. У Калины разбит правый бок. У меня дистанция нормальная, а те уехали, а за мной, видишь, догнали. Я полностью отвечаю за курсанта. В аварии никто не пострадал. По словам инструктора, ученик автошколы не испытал большого шока, поэтому в дальнейшем продолжит посещать уроки вождения. Алина Сидорова, Василий Киселев, эфир 24. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале «Эфир».